что типа знаю, я реально я забылась. На радостях. Я просто все, кто первый встретились, это просто Адеев был единственный, это было утром, мы только приехали. Он единственный, кто был на кухне, я вообще без задней мысли. Я такая, Леха, мы тебя сдали. Не так, это было ты спокойно к нему подошла. Нет, я радостная прям. Так это было не придумывай, это будет видно все потом. Ты спокойно подошла, не было. Я думаю, ты сдали, я же ему первому рассказала с порога сразу. Не так было, как ты выказываешь. Хорошо, не так. Слушай, она сделала как привычное дело, знаешь, на 20 лет его знает. Ну что, там много людей 20 лет знают. Ты тоже Лёха Дерева знаешь примерно столько, ты с ним целуешься, подходишь? Серёгу, пока... Но она у него на свадьбе не гуляла, ребенка не крестила. Ты его, ты смотришь, он мне не друг, он мой просто знакомый. Да, мы здесь переругались, но я его знаю, всех знает сколько лет. Что? Ну причем, ну тогда прикольно, приоритет расставил. Я просто забылась, я не хотела ему прям как-то неприятно. Не, а что тебя больше всего тут разозлило? Ревность это возникла? Или все-таки то, что она тебя как бы ослушалась? Ну, получается такой жест, как бы, ну, ты послушала своего мужчину. Четвертый или пятый раз, и каждый раз вот слово «извини, такого больше не будет». И я в предыдущий раз говорил, а смысл это говорить и слушать мне сейчас?